Меня зовут Леонид Яковлевич Станиславский. Мне 97 лет. Я родился 22 марта 1924 года. Красивый вид спорта. Физическая хорошая нагрузка. Игровая, красивая игра. Еще одна вещь есть для тенниса. В теннис можно играть в любом возрасте. Я начинал в 30 лет, а сейчас 97 продолжаю играть. Знаменитые теннисисты Федереру 39 или 40. Джоковичу 33, по-моему, или 34. Надалю тоже за 30. За 30 это для тенниса большой возраст, для профессионала. А я любитель. Я играл 97 лет. Самая большая мечта – это прожить еще несколько лет. Хотя бы до 100. Люди говорят, живи до 120. Ну, хотя бы до 100, до 105, до 110. Это было бы замечательно. Это самая большая мечта. За это я борюсь. Если я доживу до 100 лет, я мечтаю не просто дожить, а дожить и быть активным. Хотя бы играть в теннис. Доступна мне сила. Может быть, не очень сильно, но как-то играть. Вот. Я мечтаю встретиться с выдающимся теннисистом.